Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. Носители этого имени также понимают, что их многочисленные качества, чувство такта, дипломатичность, вежливость, благоразумие, терпимость и склонность к самопожертвованию даны им именно для того, чтобы они могли быть успешно справиться с поставленными перед ними задачами. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические и художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Носители этого имени умеют подстраиваться под других людей. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Иногда владелец этого имени доходит даже до нахальства, но быстро остывает и не знает, как оправдать себя. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Звук «Я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. Астрологи рекомендуют этим людям научиться бережному отношению к самим себе. Люди с этим именем стремятся к внутреннему совершенству, любят одиночество и больше всего на свете желают жить в покое. Эти люди умеют организовать других людей. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. При совместимости с партнером лучшие отношения будут достигнуты, если в имени партнера есть хотя бы одна ударная гласная буква. Чем больше гласных будет в имени, тем более сильное понимание между ними будет возможно. Владельцы этого имени постоянно ищут тонкие, незаметные способы доставить радость окружающим, будь то букетик цветов или выражение понимания и сочувствия своим близким. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.